Такого ажиотажа представители Союза художников и мастеров Центра Белкультуры точно не ожидали. Небольшой выставочный зал «Отель Эрмитаж» с трудом вместил всех желающих прикоснуться к удивительному искусству. Атмосферу праздника здесь задавала музыка, а капельное исполнение – рождественских колядок. Христос народился, Бог огянился, ангелы спевают, с пастушки играют, дива-дива обещают. Со стен на гостей вернисажа смотрели очень красивые образы улыбающихся детей, ожидающих зимних забав. Останавливали на себе внимание пейзажи, небольшие зарисовки, все то, что близко каждому, и чего, наверное, так не хватает для полноценного новогоднего настроения. Художники постарались удивить гостей вернисажа и своими костюмами. Каждый мастер смог придумать что-то оригинальное и творческое. Нынче уже видно, последняя выставка, как растут наши, даже молодые художники. Среди членов Союза у нас есть и профессионалы, и начинающие художники. Пишут в разных техниках и в разных стилях. Выставка, она очень интересная, потому что она праздничная, и готовиться к этой выставке и писать картины было очень интересно. Было такое ощущение какого-то восторга, восхищения и ощущение праздника внутреннего. Вот. Я думаю, что выставка в целом состоялась. Она очень интересная. Прикоснуться к удивительному миру рождественского творчества жители и гости города Надбуга могут в любое удобное время. Вернисаж открыт для увлеченных искусством. Вход свободный.